Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео я вас познакомлю с небольшими, а может быть даже очень большими изменениями с маскировкой после выхода патча 1.0. Для начала мы посмотрим, что вообще, в принципе, по маскировке сейчас мы тестируем. Я играю на итальянце 10 уровня, и в открытом поле без кустов он светится от тесту ЛТ на 365 метров. Через прозрачный куст 134 метра, если двигаться в кусту 160 метров, если стрелять в открытом поле без кустов 430 метров, если стрелять через прозрачный куст 390 метров и если стрелять через непрозрачный куст 230 метров. Если раньше, отъезжая от куста на 15 метров, он становился непрозрачный, и мы понимали, что после выстрела в таком положении мы светиться не будем вообще никогда в жизни, то сейчас, если вы отъезжаете от куста на 15 метров, он все так же становится непрозрачный, но светиться вы уже будете. Если враг имеет хороший показатель обзора и подъедет на достаточную близость к вам, то он вас засветит. В моем случае тесту ЛТ засветил меня 230 метров после выстрела с непрозрачного куста. Но если сравнить через прозрачный куст 390 метров и непрозрачный 230 метров, то разница существенная. Поэтому пользоваться отъезжанием от куста нужно, но все же вы не имеете 100% шанс не светиться. Имейте это в виду. Очень благодарен своему деловому партнеру Насте, которая помогла мне создать данное видео. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.